косметику, как пишет Интерфакс. Сказочная ситуация произошла сегодня ночью в Магнитогорске. Обеспокоенные жильцы первого этажа позвонили спасателям и сообщили. Держи. Сейчас? Ух ты! Ого! Ты видел? Ага. Потому что это, видишь, нарушитель на красный проехал. Вот тут. На нахуй, придурок, блядь. Вот дурак, вот дурак, вот дурак. Куда, блядь, дебил, едешь? Размеренные движения веера, к сожалению, спасают от жары, что вы изобретение из бутылки дерева, в севере нету грусти, или олени бегают. لا 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 Ба! О, ёх ты, твою мать! Блять! Охуеть! Вот идиот-то он, блять, это тот, который перед нами. Да. Блять, мимо тебя, слышь? Да. Ебанет? Может ебануть. Может отойти подальше? Давай подальше отойдем. Да вон тушить начали уже. Пиздец. Почему они сорвалось? Я хер знает, она уже второй раз пищит. Ага. Ну,
него отъехали. Быстро-быстро.